получили образец нового массажера для шеи. Вот. А отличительная особенность данной модели заключается в том, что она работает без подключения к сети, то есть от аккумулятора. Вот сейчас прибор находится на зарядке, мы видим это по индикатору. А в данном положении массажер не включается. Вот. Соответственно, давайте опишем пока функционал, значит, какая кнопка за что отвечает. Вторая кнопка сверху — это у нас смена направления роликов. Третья кнопка — это кнопка, которая отвечает за интенсивность вращения роликов, всего их три, и наличие прогрева. Значит, пока прибор заряжается, рассмотрим его внешний вид. Вот. Что хочу отметить. Значит, во-первых, это отсутствие фабричного запаха, что немаловажно. Значит, давайте посмотрим, как прошит прибор. То есть качество шва. Внешний вид. Могу отметить, потому что не все успевает попадать в камеру, что выглядит он очень дорого. Прошит качественно. Вот. Соответственно, и сетка. Вот. Производитель также сделал грамотно. Вот здесь в середине специальная сетка находится в ослабленном положении, для того, чтобы при взаимодействии с шеей, со спиной, она не натягивалась. Ну, а соответственно и избежать разрывов. Вот, то есть в таком положении. Так, давайте посмотрим теперь, как прибор работает. Для этого отключаем прибор от сети. Вот сразу индикатор, который показывал заряды, у нас исчезает. И мы включаем прибор. Значит, прибор начинает работать. Прибор работает сразу в режиме прогрева. Это вот видно в ролике. Теперь давайте по очереди пройдемся по функционалу. То есть смена роликов. И ролики меняют направление движения. Еще раз. Ролики поменяли еще раз направление. Теперь интенсивность. То есть постараюсь показать. Самая медленная скорость. Побыстрее. И самая быстрая. Вот. И убираем прогрев. Включаем, убираем. То есть вот такая модель. Вот. Редуктор работает, могу сказать, достаточно быстро. Ну, соответственно, качество массажа, которое он будет выполнять, должно быть улучшено. Все.